Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Fallout 3. Ну что, погнали, доложимся сведениями, которые мы достали. Мы тут находимся недалеко. Ну, конечно, мы бежать не будем туда. Самостоятельно. Мы лучше так сделаем. Так лучше будет на много раз. А кто все стреляет-то здесь? Вы что, с ума посходили, что ли? Ёп ты, а что творится-то? Так, что-то никого не видно здесь. Охраны не видно. Но зато, блин, обидно, робот пропал. Что-то тут никого не видно. А, не, вот он тут и есть. А вот они, ребят. Добро пожаловать. Так, и куда мне надо? Сюда, да? Вот ты. Я просто поверить не могу. Столько лет работы, и все ради чего? Одной халтурной операции? Я все еще жду доклада от Тристана, но уже сомневаюсь, что он что-то изменит. Без Прайма... Возможно. Но это не отменяет того, что мы потеряли годы. Годы! И лишились единственного заметного военного превосходства над Анклавом. Ах да. Посмотрим, смогу ли я их расшифровать. Возможно, это поможет нам понять, что же там случилось. Было бы неплохо извлечь из этого хоть какую-то пользу. Спасибо за эти данные. Думаю, старейшина Лайонс тоже захочет с тобой поговорить. Тебе, пожалуй, стоит с ним встретиться. С твоего позволения. Так, хорошо, дальше погнали. Где он здесь? А где он находится-то? Так, где он находится? Старейшина. Так, блядь. Ну, ё-моё, блин, а, дай пройти. Какой ты, блин, тут тяжелый, а? Так понимаю, нам выйти отсюда надо, да? Да, нам выйти отсюда надо. Из цитадели и куда-то сюда пойти. Братство к твоим услугам. Ёпты, а тут еще есть какой-то проход. Тебе что-нибудь нужно, друг? Ёпта, я узнал, где ты находишься. Я полагаю, вы уже поговорили с Ротшильдом. Надеюсь, он сможет разобраться с найденной информацией. Наше главное оружие уничтожено. Мы рискуем потерять преимущество. Вся компания под угрозой. Стоит признать, теперь я уже сомневаюсь, не была ли эта операция ошибкой. Вот такие тут дела. Даже без учета того, что наш лучший полевой командир в коме, и того, что я сейчас чувствую как отец, дела наши весьма и весьма плохи. Если мы сейчас проиграем, то потеряем все. Надеюсь, вы не ошибаетесь. Сейчас только ты сможешь приблизить нас к победе. У паладина Тристана есть для тебя особое поручение. Пожалуйста, немедленно отправляйся к нему. У нас мало времени, пока Анклав не оправился. Понятно. Да прибудет. Запустил. Да. Нифига там плену. Так, куда мне сюда надо идти, да? Что там было? Планы за электричество.
что-нибудь нужно, друг? Ты молодец. Надеюсь, песцы смогут с толком использовать добытую тобой информацию. К сожалению, у нас нет времени ждать, пока они закончат. Весь мой опыт подсказывает, что это задание в самый раз для тебя. Из-за всех неудач, которые потерпело братство, мы не в лучшем положении. Все имеющиеся ресурсы пойдут на отражение неизбежной контратаки Анклава. В то же время мы верим, что сможем разработать устройства, которые повысят наши шансы на победу. Но все люди нужны для обороны от Анклава, и нам просто некого послать на задание. Поэтому я хочу отправить тебя на силовые установки Олни, чтобы добыть там для нас кое-какую технику. Надеюсь, ты сможешь найти трансформатор Тесла. Это экспериментальный довоенный прибор. Он нужен нашим песцам, чтобы подготовить Анклаву небольшой сюрприз. Отправляйся туда, добудь трансформатор и возвращайся с ним как можно скорее. Вопросы есть? Обратись к песцу Валенкорт. Она исследует кое-какие технологии Анклава, которые мы смогли добыть. Как я понимаю, у нее что-то получается. Буду ждать трансформатор, если сможешь его найти. Да, хорошо, дополнительно. Даже а куда мне вообще? Ёб твою мать. Куда мне идти-то надо? Так. Ну с ней не обязательно ходить. Добро пожаловать. К ней. Ты что, раненый что ли? Я похудел раненый очень сильно. Мы рады приветствовать тебя здесь. Тебе что-нибудь нужно, друг? Ладно, фиг с ней. Я не знаю, где она находится на самом деле. Погнали отсюда. Погнали с заданием. Тут далеко идти, но мы, как обычно, поближе маяку, которого мы вот это дополнение дополнительное задание уже прошли, и мы можем сюда переместиться, если что. Легко и просто на этот космический корабль. Подожди, а это что за задание какое-то? А, все-таки можно с ней пообщаться. Давайте попробуем. Так вот туда-сюда гоняем. А, блин, начуми просто. Давайте сходим, значит, если показывание нам к ней, значит, давайте подойдем, посмотрим. Может, интересненькое даст. Так, это куда нам? Это нам сюда, нам не надо, нам вот сюда. Скорее всего, сюда надо. Знаете, чего она хотела? Живую. Ну, значит, выполним это задание, точнее, выполним это, как, я так понимаю, это типа, как они нам дали выбора, типа, в продолжение, типа, дополнение уж какого-то. Давайте это выполним. Это не ты. Активность супермутантов в регионе велика, но в пределах нормы. Район вокруг радиостанции «Новости Галактики» практически безопасен. Понятно. Где-то здесь, да? У меня все еще очень-очень много дел. Это важно или может подождать? Ну, возможно. Я имею в виду «может быть». Наверное, но я не уверена. Не знаю, насколько это действительно может помочь. То есть, кто знает, насколько это эффективно. Еще не было полевых испытаний. Но, кажется, я придумала, как заглушить сигналы, которыми Анклав контролирует когтей смерти. Вот, держи. Это единственный прототип, так что не потеряй. Ну, это стандартный передатчик. Пришлось только изменить частотную модуляцию и подкрутить выход. Наши лабораторные эксперименты указывают, что он сможет перебить сигнал, которым Анклав контролирует когтей смерти. Не беспокойся, он работает все время. Тебе ничего делать с ним не нужно. Только не потеряй его. Пока у нас нет никаких указаний на то, что такое электромагнитное излучение отрицательно влияет на людей.
На животных может быть, но не на людей. Дальность у него не очень, но должно хватить. Ну ладно, нам сообщили, что у Анклава есть лагерь к югу от Старого Олни, так что имеет смысл сходить туда и проверить. Надеюсь, Скрэмблер оправдает ожидания. Мы столько над ним корпели, что было бы обидно получить нулевой результат или отрицательный. Это еще похуже. Удачи и будь осторожнее, пожалуйста. В ходе работ над модифицированной разведбронёй. Понятно, Анклав, значит, научился управлять как здесь смерть. Но у меня при этом супермутант Фокс со мной бегает. Рад это слышать. Он мне поможет победить этот дурацкий Анклав. Прошлые месяцы успех был, как бы сказать, отсутствующий. Ну что, погнали. Там недалеко, говорят, есть база Анклава. Где-то здесь. Жуткая закусочная здесь. Блин, тут на самом деле мест дофигища. Можно что угодно делать. Так, куда мне? Сюда надо куда-то. Конечно, погодка так себе. Оно по поводу событий, почему так много стало этих... Как здесь смерти, а? Подожди. Может, больше не буду я брать, скорее всего, потому что слишком они. Вот еще коготь смерти. Вот еще коготь смерти. Ну, это не слишком страшно. Бля, нифига тут коготь смерти, дофига. Какой-то опасный мир пошел. Слишком опасный. Временами я чувствую, как будто что-то меня толкает изнутри. Значит, долго ты нажимаешься, а? И снова победу за мной! Да, работы тут криво. Ого, голова почти уничтожена. Чувак, появись. Не? В следующий раз будем драться. Так, тут машину взорвалась, тут уже ничего страшного не будет. А это что там такое? А, это скорпион, блин. Шмели какие-то, скорпионы, фиг поймешь, блин. А это что такое светится? Там кого-то поджигает, блядь. А кто такие? Анклав! А это там стреляет, я не пойму. Где ты там, дурачок, блядь, а? Вот ты, блядь. Кто здесь, задник?
Так, дарей берем. Огнемет мне не нужен. Нихуя себе. Вы что тут обитатели что уничтожаете? Офигеть просто. Будем драться. Попал. Кто? Кто следующий? И что-то мне дают плейвые какие-то. Давайте, может, сначала на базу сходим, на ихнюю. Так, надо подлечиться, на самом деле. Помощь. Все, замечательно. У нас уровень 450 теперь. 460 следующим будет уровнем. Ну, мы рядом находимся с этой базой. Так, а я с прибором ничего не должен делать, да, по идее? Вот нам сюда надо, но это чуть позже. Давай сначала сюда зайдем. Так, анклав. Сюда надо. Анклав где-то здесь. Там робот с скорпионом сражается, вижу. Нужно рассчитывать каждый свой шаг. Вижу врагов. Где тут еще один? Убежали. Опа-на. А патрон сюда пригодятся. Миссия провалена. Опа-на. Вот и заработал, да? Сколько смерти? Ёб твою мать. Ключ от клеток. Какие клеток? Подожди, я что могу с собой сделать? Нихуя, Колга смерти за нас сражается. Мы им сбиваем эту связь. А где у них лагерь-то, я не пойму. Даже тут какой-то враг. Ой, ё-моё. И что мне надо тут сделать, я чуть не пойму. Я пришел сюда. Так, используй свои... Интересы как к смерти контролирую анклавом. Ну, сделал я, он убил анклав-то. Одного хотя бы он убил. И мне не так надо было приходить сюда делать. Хорошо, пароль. Опа, нифига, повезло. Повезло, скажу честно.
Понятно, они тут уже давно сидят. Все ясно. Но мне это за мной ничего не дает. Ну погнали, значит. Опа-на, вот они, здесь все. Свободный. Выбрать смерти свободный. Блин, а где ты взялся, блин, а? Ёб твою мать, а. Погнали, короче, сюда. Я так не понимаю, как это задание дополнение выполнять. Мы прошли к ним. И все. И больше ничего не надо. Так, пакет крови. А на самом деле больше ничего нету. Кроме симуляторов. Давайте только им будем пользоваться зимой. 100 штук их. Так, здесь закрыто. Скоро надо будет лазерный этот брать. Вижу, тут враги есть. Да, нам сюда. По идее, надо или нет? Да, где-то сюда. Погнали. Коготь смерти. Ты видишь его? Ну чё, привет. Здорово. Ладно, не нападай так сильно. Неудачник. Так, мне сюда надо, да? Не. Подожди. Это когда что? Вообще все закрыто здесь. Что-то я не понимаю юмора. Так, это как так? Как-то так. Надо как-то попасть, что-то я не понимаю. Куда мне надо идти? Нифига ты бегаешь, блин. Вот это ты бегаешь. Может, где-то подвал, что-то типа того есть, я не понимаю. Сюда надо. А, вот оно, бля, ебать, что это такое? Наемники. Вот. Канализация, что ли, чуть не пойму я. Так, хорошо. Мы здесь. Тут много чего есть, а что это такое? Тут какая-то. Так, тут у нас тупик какой-то, но там враги есть, вот здесь вот. Блять. Плюс то, что он застрял. Плюс он застрял. Так, нам куда надо вообще идти? Нам куда-то туда надо идти, понятно. Пойдем туда, значит. Пойдем, значит, туда. Это еще здесь есть, наверное, коготь смерти. Ну все, чисто не монстр, будет коготь смерти. Тут просто уже все. Тут уже все уже. Стащили все подряд. Вот он, еще один супер. По-страшному, блин. Давай попробуем тебя так сделать. Сбили ему атаку, но он ускоряет. Ну
Ну ладно, симуляторов у нас много, можно не заморачиваться с этим делом. Так, тут у нас какой-то тупик. Я так понимаю, здесь мы проходим сюда, а здесь мы обошли бы вокруг. Только как они этот шлем одели, я не понимаю. Тут враг. А нам сюда, да? Да. Даже очень близко стали мы. Пока я лечиться не буду. Так, никого нету. Какой-то верх. Дверь. Ладно. Я думаю, там немного дает нам всего. Погнали. Что это такое у нас здесь? Какого... Опа-на, здорово. Ты тут откуда? Гладкокожек. Ой, я Уинт, а это Кит. Мы тут, ну, в общем, это долгая история. Сейчас важно только одно. Мы пытаемся оторваться от когтей, чтобы не попасть к ним на завтрак. А, понятно. Да? Ну, значит, мозгов мало. Откуда они берутся, ты как думаешь, а? Тут у них гнездо, чтоб их. Попомни мое слово. Останешься здесь, загнешься. Ну, это ж твои похороны, да? Мы с Кидом валим отсюда. Раз уж тебя не убили, то, наверное, вернуться по твоим следам будет безопасно. Да, можете идти. Можете идти. Так, понятно, тут проблема. Тут когти... Их, у них здесь есть это... Логово. Понятно. Теперь мы поняли. Куда нам дальше идти? Ёпты, далековатенько. Ты со мной пойдешь или нет, а? Ау. Мне нужен компаньон здесь. Очень нужен компаньон. Я не хочу против когтей всей когтей смерти сражаться здесь один. Погнали. Да тут пространство такое еще узкое, блядь. Это я наверху. Понятно. Вы тут играли спокойно, но вас напали, да? Ты аккуратно там, блин. Нифига тут гули поубивали, бля. Надо шуметь просто. Нифига у вас имена еще есть. Именё, с именами. Так. Нам сюда. Ёб твою мать, блядь. Кто такую хуйню придумал? Больше так не пугайте, господа. Бля, как через это все потом проходить? Я с ума сойду, блин. Так, где что-нибудь есть? Да, есть. Блин. Это уже в упор прям будет. Вот это возьму с собой, потому что у меня, увы. Что это такое? Свой кастет мне не нужен. Да блин, дай пройти. Куда идти-то дальше, не понимаю. А столько тут запутано все, блин. Ужас какой-то. Так, смотрим на карту местности. Куда-то туда, да? Осторожнее. Ну, мы только что здесь были. Нет, нам не сюда. Опа. Тут
его нашел здесь. Ну, опыт мне так и не дали, да? Короче, он где-то оттуда вылез, да, получается? Отсюда вылез, да? А, вот дверь. Дверь здесь есть. Здравствуйте. Тут спуск. Вот это да. Вот это да. И что, спускаться придется так, что ли? Блять. Так, это... Плохо то, что я не могу ходить. Я не смогу ходить нормально, это очень плохо. Так, что я могу сделать такое, чтобы мне это не заморачиваться? Блок сигарет выкидываю. Они денег стоят, конечно, но я выкину их. Погнали сюда, значит, больше нам некуда. Да, если сюда притаскивать свою армию, вот или погибнете, или, блядь, много людей сюда потратить. Ну, герой один, он всегда все справляется, да, можно так сказать. Ёб твою мать, что тут у нас есть? Как страшно. Винтовка, блин, нафиг эту винтовку даете мне? Тут у них, да, может быть, это логово. Я здесь, у тебя за спиной. Спасибо тебе большое. Давай, 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 опа. Ну чё, я вижу тебя, падла. У нас почти уровень, почти. Ну не далековато со мной. Опа, еще один братуха. Еще крен. Еще один крен появился у нас. Нифига себе, разрубил его. Разрубил его все. Так, тут что у нас? Заперто. Понятно. Открыли мы, ну только для чего, не знаю я. Так. Почему-то так это действует слишком медленно. Будем драться. Здесь нужно проявить осторожность. Могу поспать, да, могу поспать. Восстановиться себе энергию могу. Спасибо, что прикрыл мою жопу. Иди сюда. Спасибо тебе большое. Так, тут что-то есть. Ух, тут что-то есть. Так, куда нам дальше-то идти вообще? Давайте посмотрим. Ну, у меня плюс то, что я дополнение 3 прошел, и мне теперь это неубиваемый костюмчик, которым можно не заморачиваться. Опа-на. Сейф. Чуточку так, а может сюда? Нет. Нет, и тоже не сюда. Это станок, верстак, который я сам сделать ничего не могу. Потому что, увы, нет. Я не хочу ничего изучать, на самом деле. Надо очищенную воду будет пить. Все. Я
патроны улетают плохо. Блять, не пугай меня так. Так, а мне куда? Сюда надо, что ли? Да, мне сюда надо, оказывается. Вниз не надо было идти. Или сюда нет. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Так, не говорите мне, что здесь анклав. Да. Здесь анклав. Он тоже это ищет. Я не понимаю, где мне это делать. Блядь, сам упал. Зарется нам. Сказал бы. Пошли к нему в гости. Так. Прям уже ломается. Давай лучше плазменную винтовку возьмем себе сейчас, да? Идем сюда. Так, оружие. Оружие. Так, винтовка, понятно. Пистолет, нифига, 600. Ну, пистолет, он меньше урон наносит. Где плазменная? Вот плазменная. Чиним. И одеваем плазменную пушечку теперь. Сколько она урон наносит, плазма? 52, нифига себе. Она идеальна у нас. Потому что из-за этого такая фигня. Так, ну чё, где вы? Плохо то, что тут это, блядь. Блядь, стреляет он на 10 раз лучше. Так, берем. Тут что у нас? Простой. Хорошо. Простой — это хорошо. Блин, чуть-чуть это не прошли, а? Китайский писать нафиг мне не нужен. Может, можно починить было? Нет, там написано пусто же. Пусто. Прости, мужик, я тебя возьму, тебе не пригодится. Готов еще анклав. Так, мне куда-то сюда надо забираться. А, от этих, блин, получается зелененькие. Плазменный пистолет. Мне он не нужен. Так, мне куда-то сюда, да? Я правда думаю, нет? Трезвому нужен терминал науки. А у меня нету науки 100%. И у кого ключ мне брать? Блин, а у кого мне ключ брать, года? Фигово. У меня нету. У меня нету ключа. Точнее, у меня науки 100% нет. Откуда я мог знать-то? А другой выход какой-то есть, да?
Значит, по-любому где-то тут должен что-нибудь быть. Интересно сделано. Бля, тут радиация. Короче, если было бы наука, я прошел бы через этот или ключ нашел бы. Сложно. И что он дает? Ну давайте попробуем взломать. Так, понятно все. Понятно. Понятно, еще хуже было. Хорошо, попытаемся еще раз. Ясно. Понятно. Блин, уже 42 минуты. Надо заканчивать уже. Надо заканчивать. Нет, тут без логики я что-то делаю. Зачем мне это надо, я не понимаю. Может отключить этот радиацию, которую там приносит, да? Я могу отключить. Это по-любому вот этот прибор радиацию приносит. По-любому. Нет. Ох, ё-моё. Так. Вообще рядом нету. О, блин. Да, такие трудно взломать. Опа-на, вот это удача. Это просто удача произошла. Так, что у нас тут? Добро пожаловать. Вывести радиацию. Все, по идее, тут радиация должна закончиться. Да, вот она. Я и говорю то, что это сделать так, чтобы я радиацию включу. Ну ладно. Прямо на этой ноте, прямо на этом месте я остановлюсь. Увидимся в следующей серии. Три упражнения. Всего удачи вам и пока.